Привет всем! Обновление 10.3 уже не за горами. В этом жарком летнем сезоне не только снайперы получат титанов, но и братья тоже получат титанический сюрприз. Есть также новые функции убийцы, такие как разведка, редакция и качество жизни для просмотра вашей коллекции роботов и новый способ сортировки ваших пилотов. Давайте делать это шаг за шагом. Я знаю, что вы очень заняты, командуя роботами в бою и возясь с вашей вешалкой. Но что, если я скажу вам, что есть функция, которая улучшает вашу вешалку и не требует дополнительного времени? Разведка вознаграждает вас за то, что вы делаете лучше всего, за уничтожение вражеского робота. Чем больше у вас разведанных о конкретном роботе, тем больше урона вы ему нанесете. Чем больше у вас разведанных об оружии, тем меньше урона вы от него получите. В конце боя вы получите определенное количество разведанных о роботах 4 уровня и снаряжении, уничтоженном вами и вашей командой во время матча. Чем больше у вас разведанных об определенном предмете, тем легче вам будет бороться с ним в будущем. Вы можете думать об этом как о постоянном бонусе для ветеранов. Игрокам, которые проводят больше времени в игре или играют более эффективно, будет постепенно легче бороться с снаряжением оранжевого уровня. Мы объяснили все подробности в статье на нашем веб-сайте. А теперь, если вы планируете погрузиться в 10.3, вот еще немного разведанных для вас. Это малярное название. Когда он поднимет руку, лучше всего отступить и держаться на расстоянии. Это не дружеское ворчание. Поднятая рука означает, что Титан активировал свой реактор темного света и теперь накладывает метки смерти и замедления на каждую цель в непосредственной близости. Маляр может сделать вас легкой добычей в своей смертоносной зоне. Титан может совершать несколько рывков, компенсируя свою низкую скорость передвижения, а затем что-то еще. Также, когда маляр совершает рывок, он активирует защитный механизм, который преобразует входящий урон в урон с течением времени. Это дает Титану достаточно времени для выполнения его основной боевой задачи, которая заключается в том, чтобы идти прямо и в точку, в жестокую драку. Основным оружием Маулера являются мучитель для альфа-слота и разрушитель для боевого слота. Оба представляют собой кинетические дробовики, использующие довольно неприятный тип боеприпасов. Каждый снаряд, попадающий в цель, брызжет кислотой на ее броню, нанося урон с течением времени. Мучителя не назовешь хорошей вещью, не так ли? Кстати, коррозионные дробовики не будут очень эффективны против самого Маляра, так как Титан частично устойчив к эффектам с течением времени. Завершает сборку Маляра пилот Нина Кеслер. Ее непревзойденный опыт работы с реактором темного света позволяет Титану также наносить ржавчину. А ее тактическое мастерство помогает стряхнуть некоторые эффекты с течением времени сразу после каждого рывка. Лазеры являются превосходным оружием. Если вы так считаете, остерегайтесь Бихолдера. Новейший корабль-носитель москитов Икеорос испускает непрерывный палящий лазерный луч, который следует за своей целью, нанося прямой урон и применяя взрыв. И помните, что если вы смотрите в бездну достаточно долго, бездна посмотрит на вас в ответ. Что может быть больше и громче, чем взрыв? Новый Ultimate Set. На этот раз он принесет полное подавление. Абсолютный рейкер. Этот блестящий золотой рейкер получает пассивное подавление счетчика, поэтому он идеально сочетается с абсолютными драгунами и гусарами, у которых такая же дальность действия. Кстати, передай привет Новолайт, пилоту Бигл. Сейчас я расскажу об этом голографическом аватаре хитрого хакера. Но мы точно знаем, что она поможет твоему Биглю продержаться на поле боя дольше. Качество жизни. Итак, что же это за последние и лучшие издания в этом обновлении? Во-первых, это коллекции. Это новый экран, на котором вы можете с гордостью любоваться своей коллекцией кроликов, титанов и оружия. Это также место, где вы можете отслеживать свой прогресс в получении разведанных. Что еще? Простой способ найти нужного вам пилота. Все, что нужно, чтобы отсортировать своих пилотов и посмотреть, кто специализируется на выбранном роботе или оружии, это пара нажатий. И на этом все на сегодня. Узнай больше о своих врагах и очисти небо, командир. Увидимся на поле боя.